Герцен спрашивал, кто виноват, Чернышевский, что делать. Мы же, как правило, задаемся не менее философским вопросом, кто поможет. Пожалуй, в наши дни нет ни одного человека, который бы не сталкивался с трудностями в получении медицинских услуг по системе обязательного медицинского страхования. Один не может записаться к врачу в свою поликлинику, другой получить полагающиеся по льготе лекарства. Кому-то назначили дорогостоящее лечение в условиях стационара, а на 10-го и вовсе накричал врач на приеме. Теперь со всеми подобными проблемами помогут справиться специалисты территориального фонда ОМС в учреждениях многофункциональных центров «Мои документы». Потому что есть разный спектр вопросов от консультационных, которые прописаны законодательством, до конкретных, сложных, конфликтных, которые необходимо уже отсрочить. Но обязательно в течение 24 часов гражданин получит ответ. Но, естественно, все гораздо раньше случается. Не открывая Америку, скажу, что проблемы так или иначе есть у каждого. Приведу собственный пример. В течение нескольких недель я не могу записаться на прием к узкому специалисту в поликлинике по месту жительства. По телефону талоны к врачу закончились, в регистратуре обстановка нервная, записаться удается не каждому. Через госуслуги поймать свободное время у доктора практически нереально. В МФЦ я рассказал о своей проблеме. Здесь специалист записал мои данные и контактный телефон. Спустя чуть более 20 минут со мной связался медработник родной поликлиники и предложил удобное время и дату для визита к врачу. Наконец-то я иду на прием. Конечно, хотелось бы стабильно, напрямую получать медицинские услуги, непосредственно придя в лечебное учреждение. Если ситуация нерешаема локально, стоит воспользоваться помощью специалистов территориального фонда ОМС. Важно помнить, мы имеем право на качественное оказание медицинских услуг. Наши граждане могут обращаться к нам по совершенно разным каналам связи. Начиная с телефона горячей линии, который работает круглосуточно, через обращение интернет, письменное обращение, приход к нам, мы выходим к гражданам. Мы работаем в многофункциональных центрах, в центрах активного долголетия, с сотрудниками социальной защиты, администрации районов, города и области. Прием граждан проходит с 9 часов утра до 12 полудня на базах МФЦ. Также берем на заметку многоканальный телефон контакт-центра 8 800 173 09, по которому специалисты круглосуточно проконсультируют вас по вопросам оказания услуг обязательного медицинского страхования. Антон Никонов, Герман Баранов, новости Улправда ТВ.